Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы играем в Friday Night Funkin. И это мод, который многие из вас ждали. Называется Чики. Дерзкий. Как-то так переводится. Ну что ж, ребят, давайте смотреть историю. Так, тут у нас есть две недели. Чёртовый рок 1 и чёртовый рок 2. Ну, переведем это так, скажем. Ну что, ребят, смотрим историю. Итак, позволь мне понять это правильно. Ты хочешь, чтобы я украл этого синеволосого карлика и убил его? Ну почему, лол? О нет, у меня нет проблем с этим, дорогой мистер. Кстати, у меня кое-что уже спланировано для него. Ого. Among Us был. Бойфренд приходит в себя в доме спустя 3 часа. Так, что было за музыка? Ох-ох-ох-ох. Обкакаться можно! Это бойфренд из Friday Night Funkin! Хочешь Red битву? Я слышу, ты очень хорош в этом. Да, он всем предлагает ее. Бибоп. Хорошо, никогда раньше не читал рэп, так что я могу быть немного плох в этом. Так, ну что ж, погнали. Битва началась. Ну, что я хочу сказать. Стрелочки довольно-таки шустро падают. Я играю на харде. Мелодия неплохая. Кстати, он весь в чем-то измазан. Не хочется узнать, в чем именно. Так, мы находимся в каких-то Альпах. Вокруг заснеженные горы. И обратите внимание на фотки. На одной явно он, на второй непонятно. Девушка с каким-то одноглазым другом. Но это ж явно не он. Или это он с кем-то. Может, это его отец. Или подружка. Или мать. Не знаю. Короче, странные фотки, странный чувак. И почему-то он нас должен убить. Кто же нас заказал? Вот в чем вопрос. Вроде я смотрю, что как-то скорость поубавилась. Мне показалось, что быстрый, но нет, нормальный. Довольно-таки пока легкое прохождение. Говорят, ребят, что это очень сложный мод, поэтому, возможно, будут дальше нас ждать сюрпризики. Что, дослушиваем? Так, ну походу я его победил в рэп-баттле, это было несложно, он действительно не сильно хорошо поет, судя по всему. Все. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ого, кто это? Кто эти люди? Неплохо. Скажи, бойфренд, ты когда-нибудь раньше играл в Super Mario 64? Почему бы тебе не запрыгнуть в картину? Бубоскиду. Хорошо, я вижу, что ты хочешь поиграть перед толпой зрителей, малявка. Тогда давай еще одну. Я пока смотрел кассену, рассматривал персонажиков. Они такие все интересные. Давайте начнем справа налево. Короче, парень масло, я бы его назвал, в шляпе такой желтой. Причем масло стекает по нему. Дальше у нас какой-то Джейсон. Третий и вовсе у нас очень похож на персонажа из Роблокса. Потом у нас какой-то круглый красный шар. Возможно, это его девушка. Аналогия с дьяволицей. Потом мне очень забавлял вот этот вот парень в черном, после уточки, который стоит. У него вот такое впечатление, что вокруг глаз спички, знаете, так вот положили. А вот этот вот парень в трусиках белых на Мэтта похож чем-то мне. Потом у нас на Куки Боя похож.
Еще и еще один чувачок с Роблокса, такое впечатление. Потом тоже какой-то кругляшок, скорее всего его родственник. Инопланетянин, такое впечатление, что с Among Us или откуда-то из оттуда. Ну и какие-то еще два странных чудика. Так, ну что, вроде это опять же таки несложная мелодия, так что мне кажется, я смогу его победить. А вот и закончилась песенка, давайте смотреть, что дальше. Теперь я понял, говорит на венгерском. Хорошо, слушай сюда, говнюк. Отец твоей девушки нанял меня, чтобы надрать тебе задницу. И раз уж ты немного действуешь мне на нервы, я думаю, пора закончить мою работу здесь. О, шок. Это киллер, которого нанял отец моей подружки. Что? Так, смотрите, ребята, еще добавились какие-то чудики по бокам. И он с пистолетом, мне кажется, он сейчас... А! Ух ты, ёх ты! Смотрите, он начал стрелять. Стрелочки у нас поплыли. Я уворачиваюсь от пуль. Эй, подождите, куда игра начала съезжать? Секундочку, ребята. У меня что-то с игрой происходит. После его выстрелов игра начинает ездить у меня по экрану. Смотрите, сейчас он выстрелит. С ума сойти. Я уже стрелочки не все вижу-то. О, стрельнул? Смотрите, у меня отлетает на какое-то расстояние экранчик, и теперь мне еще... хуже стало видно стрелочки. Полпути я их не вижу, ловлю уже в самом верху. Капец какой-то, прикольно. Но мне нравится, это интересно. Ай, больно. Я правда не вижу шкалу, не знаю, как я там хорошо или плохо прохожу. Но то, что это так летает у меня по экрану, это прикольно. Давай, верни, поставь назад. Так, еще чуть-чуть вверх, чуть-чуть левее, пожалуйста. Круто. Забавный мод. Так, кто же эти люди, которые еще появились? Это тоже все друзья? О, так, еще чуть-чуть выше. Отлично, почти. Чуть-чуть. Левее, левее, давай, давай, левее. Поднимай кран, стреляй, все равно не попадешь. О, еще выше, отличненько. Давай, давай. О, есть, есть. Все, теперь центрируем. Молодец. Четенько. Все, молодец. У тебя получилось. Фух, прикольный мод. Ой, подождите. Он агрессивный. Меня заложило уши. Погоди-ка. О боже, это полиция. Пора сваливать. На канал мой подпишись. Лайк поставь мне, не скупись. Вот так вот странно закончилась неделя, но у нас открылась теперь неделя номер 2, ребят. Поэтому я оставлю назад экран. И давайте посмотрим чертову неделю номер 2. Посмотрим. Интересно, что у нас ждет там. Что? У тебя экстремальные нервы, раз ты вошел. Вон! Вон отсюда! Я тебя научу пути дьявольского желе. Ага, он желе, оказывается. Фух, интересно. Короче, ребята, мы нашли этого нашего дерзкого. И дерзкий наш Чики оказался в каком-то кубе. Замкнутом, закрытом кубе. Я думал, что это какой-то костер посередине. Но судя по всему, что нет. Ой, подождите, мне будут закрывать экран. Я такое не люблю. Я, в принципе, и прошлую мелодию так с трудом прошел. А если меня сейчас еще тут закрывать будут? Так, скорость довольно-таки шустренькая. Эй! Ребята, тут надо угадывать. Я с этим не очень. Мышка, привет. You can skip this after 1-2 идет таймер. Ты можешь пропустить это через сколько-то там секунд. You can skip it. Ну и все в таком же духе. Понятно, у нас такое уже было. Нам закрывали экран, помните? Кто это был? Знаками закрывал нам трики, что ли? Экран. Ребят, мне кажется, на харде это очень сложно пройти. Ну, вообще не видно. Круто.
так, нормально. Как вам музыка? Все ли вам нравится? Я не успеваю читать, что написано на картинках. Короче, ребята, там потом начинается какая-то жесть, и меня постоянно скидывает. Поэтому сейчас мы переберемся на изи. Видимо, там какой-то у меня глюк был. Не знаю, почему-то у меня там не получалось. Чтобы не делать себе нервы, я перехожу на изи и буду проходить на изи. Причем я там нажимаю, все равно почему-то проигрывал. Мод довольно-таки сложный, чем сказать. Даже на нормале почему-то эта песенка мне плохо удавалась. Все, ребят, пройдено. Ну что, дерзкий наш шарик, что ты скажешь теперь? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Кстати, ребят, кто знает персонажа в Марио 64, если такое вообще существует? Кто-то из тех, кто был на той тусовке, перед которой я пел, вы кого-то знаете из игры? Это реальные персонажи или это придуманные? Напишите в комментариях, пожалуйста. Так, ребят, я уже не буду переключаться на хард, уже тогда играем на изи. Сэкономлю немножко своих нервов. Воу-воу-воу, что это было? Вы сейчас видели? Почти умер. Вот там тоже такое было на харде, когда я играл в предыдущем треке. А тут даже на изи такое. Ой-ой. Держусь. Solution. Join mana. Что-то там solution. Присоединись к чему-то там решение. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, изи-изи, бой. Я сейчас свалюсь. А ну, а, why do you don't wanna... Why don't you? Ага, почему ты не присоединился к какому-то ману? Solution now. Мясное решение сейчас. Присоединись к ману. Что за бред? Я ничего не понимаю, что происходит, ну ладно. Главное пройти этот трек до конца. Так, все, конец. Воу, я попал на кладбище этих кругляшков. Это все родственники Чики, что ли? Смотрите, они все разные. И он такой стал кровавый. Точнее, на лаву даже похож, да? Какой-то Хэллоуин. Чем-то теперь напоминает тыкву, да, на Хэллоуин? Странно, что у него нету пистолета, и он нас еще не застрелил. О, а вон тот родственник, помните, мы его видели на картинке? Циклоп такой, с одним глазом. Он, оказывается, тоже умер. Все родственники Чики умерли. Угу, понятно. Ну, красиво. Мне нравится локация, симпатично так все. Пока эти... А, мышки все закрывают вообще. Я и так угадываю, но, ребята, серьезно, не так жестко. Помните, кстати, тоже где-то были вот эти вот, я что-то не могу вспомнить, где? У Боба, что ли? Заставочки вылазили, и потом на изи они были прозрачные. А вот в этом моде даже на изи они все равно не прозрачные, все равно вам закрывают часть экрана. Единственное, что стрелки не с такой скоростью падают, поэтому ну хоть немножечко вы успеваете их ловить. Ну что, ребят, как вам мод? Нравится, не нравится? Ставьте лайк, пишите комментарии, очень интересно узнать. Что вы думаете об этом моде? Ну и, соответственно, согласны ли с вами остальные мои зрители? Так что пишите, будете услышанными. Или увиденными. Так, ну я надеюсь, что я все-таки закончу этот мод. Мне очень не хочется переигрывать его.
Поэтому, надеюсь, я все-таки добью его. Ну, вы представляете, ребята? Отец моей подружки нанял этого ужасного Чики для того, чтобы он меня убил. Ну, кошмар какой. Просто кошмар. Как страшно жить. Так, ну что, ребят, похоже, это уже финальные. У нас идут аккордики. Та-там, та-ра-та-там. Все. Это конец. Круто! Ну что, в целом мне понравилось, ребят, надеюсь, вам тоже. Не забываем ставить лайк, подписывайтесь на канал. До новой встречи. Всем пока.